Рассказывают? Давай. В общем, у нас сейчас будет рубрика «Народные приметы». И для тех, кто видел ее уже, для тех, кто не видел, сейчас скажу. В конце всегда мы говорим какую-то мудрость народную. Ну, Олег подводит, я говорю. Так вот, естественно, в процессе подготовки получается, что запоминается, несколько раз это все проговаривается, и как-то не к месту, но вот современная жизнь, получается, я начинаю употреблять вот эти народные мудрости, которые рассказываем вам с телеэкранов. И прям выглядит примерно так. Ксения стоит в кафе, то есть хлеб будете заказывать. Не хлебом единым, сыт человек. Примерно. Принесите всю буханку. Давайте смотрите, какая-то новая мудрость прямо сейчас. Народные приметы. Приметы из народа. 28 марта. День Никандра. В народе 28 марта называлось лесное ухожение. Все в этот день ходили в лес и поклонялись лесным духам. В наших лесах, кроме пустых бутылок и мусорных пакетов, поклоняться-то, в общем, нечему. Давайте хоть уборкой займемся, что ли? Нужно сказать, что русский человек издавна относился к лесу по-особенному. Ведь все он брал из леса и делал из древесины. А сейчас знаете, сколько полезных вещей можно сделать из баклажек пустых в лесу найденных? Об этом целая передача есть. «Очумелые ручки» называется. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, потому что сквозь лесную чащу пройти очень сложно. Очень сложно? Это тачку дешевле, чем за 7 тысяч застраховать. А через лес пройти – это ерунда. Полагалось, что именно 28 марта надо снимать порчу и лечить болезни всякие головы. А сейчас давайте вместе полечимся. Берите мази, берите 3-литровые банки с водой. Ставьте перед экранами, мы будем их заряжать. Также это было отличное время для изготовления амулетов. Чтобы в этот день вой волков не мешал вам спать, нужно перевернуть подушку на другую сторону. Или окна пластиковые наконец-то поставить. А что, есть люди, которым вой волков мешает спать? Голова 28 марта чешется. Жди мелких неприятностей. Нужно с самого утра носить булавку под одеждой, чтобы она не была видна окружающим. Тогда можно избежать сглаза. Ну и все на этом. А нет, еще мудрость народная от Ксении Ролдугиной. Других не суди, на себя погляди. И фамилии земли Липецкой. Нет, это вот сейчас вот про это вот. Где можно сейчас применить вот? Других не суди, на себя погляди. Едешь такая на автомобиле, у тебя гаишник тормозит, такой, девушку вы нарушили. Других не суди, на себя погляди. Ну а прямо сейчас рубрика «Фамилии земли Липецкой».